«Спаси жизнь, стань донором костного мозга». По таким девизам впервые в Ульяновске стартовала акция сдачи крови. Вообще создается национальный регистр костного мозга, доноров костного мозга. И Ульяновск присоединяется впервые к Приволжскому федеральному регистру, который именно подыщет доноров для жителей Ульяновска и Ульяновской области. Как часто проводится она, планируется эта акция? Я думаю, что, наверное, мы выйдем на какую-то постоянную основу, потому что все-таки решение должно быть осознанное. Увы, но статистика гласит, что каждые 20 минут один гражданин нашей страны узнает, что у него рак крови. У такой группы людей происходит сбой в системе кровотворения. Отсюда острая необходимость трансплантации костного мозга. Чтобы исправить ситуацию, необходима помощь донора. Правда, шанс встретить своего генетического близнеца 1 на 10 тысяч. Следовательно, чем больше доноров в регистре, тем выше вероятность сохранить жизнь. Сейчас в реестре Русфонда насчитывается свыше 80 тысяч доноров. Присоединиться к их числу легко и безопасно. Для этого необходимо заполнить анкету и сдать 8 мл крови на генетический анализ. Далее данный анализ будет транспортироваться при определенных условиях в лабораторию, в Казань. И там уже проведут обследование, проведут HLA-типирование. Таким образом, донор должен быть максимально приближен по фенотипу к своему реципиенту. И хоть шанс встретить генетического близнеца невелик, в истории региона есть случай чудесного спасения. Так, за четверть века существования детская областная больница сталкивалась с 20 подобными случаями. Всем маленьким пациентам удавалось подобрать доноров. Правда, на процедуру трансплантации костного мозга их приходилось отправлять в федеральные центры Москвы и Санкт-Петербурга. Сейчас для этого есть специальная акция. Стартовала она при участии губернатора Сергея Морозова. Все утро в течение нескольких часов обсуждали, как нам выполнять указ президента Российской Федерации для того, чтобы решить не только демографические показатели или показатели, связанные с естественной убылью населения, но прежде всего, конечно, так сказать, обеспечить сохранность здоровья, продление жизни, активной жизни. И мне кажется, ваша акция, тем более поддержанная в том числе и бизнесом, это очень хорошая акция. Акцию, которая продлится в региональном центре до 8 июня, поддержали представители бизнеса и регионального молодежного правительства. На самом деле очень давно хотела это сделать, что очень часто об этом слышу по федеральным каналам, но никак не могу. Я примерно представляла, как это можно сделать, но это очень было все тяжело, так как в Ульяновске это было сделать невозможно. Вот. А сейчас такая возможность появилась, и я решила непременно ей воспользоваться. Я думаю, что молодежь должна принять непосредственное участие, потому что здесь не нужно каких-то специфических дополнительных действий. Нужно просто захотеть, нужно прийти. А чтобы захотеть и прийти, нужно узнать об этом. Донором костного мозга может стать любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет и без каких-либо серьезных проблем со здоровьем. Рената Алиулова, Руслан Баталов, Новости Ульяновской правды.